Представленный предмет приделан самодельным способом из промышленно изготовленной винтовки Мосина путем удаления части ствола и монтажа самодельным способом ложа. Представленный предмет пригоден для производства выстрелов патронами калибра 7,62 на 54Р. Помимо огнестрельного оружия, при обыске дома обнаружили также и 8 мешков с веществом растительного происхождения. Кроме того, нашли и сами растения. Дома у подозреваемого находились 34 горшка, в которых задержанный мужчина выращивал марихуану. По словам подозреваемого, семена он заказывал в интернете и использовал растения исключительно в личных целях. Что за кустики у вас растут? Конопля. Вы выращивали? Да, для себя. Употребляете? Да. Сколько кустов у вас росло? Последние 2 и рассаду посадил. Там 28 кустиков. Но они только взошли такие маленькие. Отметим, что ранее подозреваемый уже был судим за незаконное хранение наркотических средств и оружия. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.